Документы. И что, ну давайте их вниз спустим. Да, не спустить, да. Да. Потом уже. Вера пошла. Сразу на колени. Руки за голову, к стене ставь. Второй пошел. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан была пресечена деятельность организованной группы, участники которой организовали производство и сбыт контрафактных расходных материалов для оргтехники под видом изделий всемирно известных торговых марок. Было установлено, что противоправная деятельность осуществлялась в жилом доме в Истринском районе Подмосковья. Склады с готовой продукцией находились в Московском регионе Чувашской республики, а также в республиках Мариэл и Татарстане. При осмотре производственных и складских помещений обнаружено изъято оборудование, в том числе станок для выжигания логотипов, голограммы известных зарубежных производителей, упаковочные материалы, более 100 тысяч контрафактных картриджей, системные блоки и финансовые документы. По предварительным подсчетам правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей. Главным следственным управлением МВД России по Республике Татарстан возбуждены уголовные дела по частям 3-4 статьи 159, части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержано 10 активных участников группы. В отношении пятерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.